Всем привет! Я только что убралась, полы помыла, еще не успела расставить мебель на место. Клим сейчас у бабули, спит, может быть, нет, наверное, еще спит. Меня сейчас мама с папой позвали на обед, на плов, на винегрет. Пойду с ними покушать, потому что я весь день убиралась, а кушать у меня нечего. Хочется что-нибудь свеженького. Новогодняя уборка. Здесь тоже мне чистенько. Я 2 дня полы не мыла. А для моего пола это катастрофа. Пилотик мой хороший. И я скоро приду. Тут у меня стирка полным ходом. Этот маленький засранец загадил, в общем, фартук под елкой. Паразит такой. Собралась готовить. А, манты на Новый год? Что у нас тут сейчас будем кушать? Пловчик. С сердечками, что ли? Да. Фи, я думала, с мясом. Еще у нас винегрет вкусный. Хлебушек домашний. Что еще есть? Что снять еще? Печеньки. Климчик, бутылочка вчера забыли. Вот такой пловчик. Винегрет очень вкусный, но что-то его мало. Саня пишет. Я только что с почты съездила за посылкой. Мне тут кое-что пришло. Буду открывать вместе с вами. Клевые шарфики, я их так ждала. Так, в общем, сейчас. Главное, нечаянно не порезать шарфик. Вау. Я сейчас все примерю. Клевые. Будет подарок маме на Новый год. Померю сначала такой, с черепами. Я давно хотела черно-белый шарфик. То есть черепа, в принципе, для меня не важны. Я хотела именно черный, с какими белую крапинку. Знаете, он не синтетический. Бывают шарфы, от которых не тепло, а наоборот холодно прям. Неприятный к телу, особенно зимой. Я такие не люблю. А этот, я не знаю, что это за материал, но похож на ХБ. Мне очень нравится. Ссылочку, где заказывала шарфы, я оставлю вам внизу под видео. Зайдите, посмотрите, там есть всякие дорогие, дешевые. Я взяла средний. Надеюсь, вы простите мне мой домашний вид. Мне некогда переодеваться. Та-дам! Клевый! О, вот этот шикарный! Прям супер! Мне кажется, он к лицу мне. Вы помните мое помешательство на желтом цвете? Конечно, вот эта красная повязка, она здесь ни к селу, ни к городу. На голове что-то ужасное. Клевый. Это тоже суперский. Смотрите, он какой-то прям похож на фирменный. Вот, видите надпись? Она не какая-то там дешевая, а мне кажется, прям супер премиум. Этот мне тоже нравится. Шарф, короче. Поехали дальше. Это тоже классный. Блин. Ну и вот последний шарфик. Ну, не знаю. No comments, как-то так. Интересно, маме понравится такой шарф. Вот эти 2 и вот эти 3 я точно оставлю себе. Очень мне понравились шарфы на этом сайте. Их немереное количество. Зайдите, посмотрите. Ссылка внизу под видео. Я сейчас пойду убираться на кухне, потому что полы помыла, а так детали мелкие еще не доделала. Что у нас тут на кухне творится? Вот, что у нас творится. Тут нужно прибраться очень срочно. Еще посылочка пришла. Саня заказывал шарики Арбис. Да, что-то их маловато как-то. Посмотрим. А еще купил вот такую маффинницу для маффинов. Я давно хотела. Суперская. Теперь нужно набрать бумажечки красивые для маффинов. И можно печь. Буду слушать Меладзе. Соскучилась по его песенкам. Как раз не только Арбис. И вот такие штучки. Это для ванны. Краска. Клевая. Интересно очень. В общем, тут надо разбираться. Это для Климки. Вот такую штуку мы заказали. Ой, тут, оказывается, нет арбизов. Это только для ванны. Фи, так мне интересно. Мы собираемся ужинать. Пловчик тот же самый. Какой тот же самый? Я его первый раз вижу. Я ела у родителей. Тринц-тринц. Климка будет с папкой кушать. Кетчуп, ему нужен кетчуп. Салатик. Да, сына? Приятного аппетита. И голодный пилотик. Не очень. А покажи, как ты на шпагат садишься. Давай, показывай. Да, вот молодец. Молодец, настоящий шпагат. Вот молодец.
Пилотик? Давай еще. Давай, давай, давай. А скажи, во что мы сейчас играем? Папки. Ну посмотри в камеру. Во что играем? Мы в папки, да, играем. В прятки. Кто будет прятаться? Я, ты. Я буду прятаться? Да. Давай, считай до пяти. Папка, мы будем играть маму. Давай. Играть будем? Считай. Давай. Один, два, четыре, пять. Два. Здесь нет. Туки-туки-туки-туки. Туки-туки-туки. А что значит туки-туки? Ну надо же кто быстрее добежать в прятках. Теперь на место, откуда он считал. Что, не знаешь, что такое? Нет. Вот ты. Все нашел. Туки-туки. Да? Туки-туки. А если ты быстрее добегаешь, то ты перепрятываешься еще раз. Мы так никогда не играли. А мы играли, да? А посмотри, может он в повадке? Нету. Давай дальше искать. Здесь? Пойдем, пошли смотреть там. Капли. Тут? Нету. Пойдем. А вот здесь посмотри. Вот здесь. Ну так сильно не пугай. Ну-ка, давай быстрее тебе, туки-туки, кто быстрее себе, быстрее тебя, то и ты опять переиграешь, я переиграю. Он не понимает таких правил. Туки-туки. Я прячусь. Ты прячешься? Да. Давай, иди прячься. Я считаю, да? Раз, быстрее. Два, быстрее. Три. Иди в палатку, иди в палатку. Ой. Кто не спрятался, я не виноват. Так. А где Клим? Вот здесь? Нету. А здесь? Нету. Где Клим? Катя, видела Клим? Нет. А? Где же он может быть? На палатке. А, на палатке. Сам кричит. Сам уже сдался. Терпения не хватило. Сломаюсь. Так что ты там? Нет. Что ты там? Не знаю, случилось. Что-то не понравилось. Едет. Пилот, пилот. Он бешеный. Он бешен. Можно я в машинке поиграю с Климом? А? Он целый день не играл. Он бедный, он целый день один дома был. Ему надо маку. Иди сюда. Иди сюда. Ролич? Возвращайтесь. Поехали к мамке. Иго-го. Иго-го. Тык-тык-тык-тык-тык. Сына, ты смотри, не упади. Не, он вроде держится. Ты держишься? Да. Молодец. Ты кто? Я на папке держусь. Я на папке держусь? Скажи, я наездник. Иго-го. 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 Кофемолка. Да, кофемолка. Мой хороший. Нас вон в телевизоре видно. Кофемолка. Я что-то совсем расклеилась под вечер. Лежу, не могу встать. Мы с Аней расстелили диван и лежим никакие. Хотя он вполне в своем уме, в здравии и в силах. Что, я? Да. А ты не в своем уме, что? Почти что. А тут пилотик. Что-то совсем мне плохо стало. На сегодня все. Большое спасибо, что смотрите наши видео. Надеюсь, увидимся завтра. Всем пока-пока. Только что выпила тарафлю. Собрали коробку. Пилотик сразу в ней. Да, Пиля? А? Ну давай, давай. Ты сразу в коробуш и все? Ну такой хорошенький в чистый коробуш. В Новый год должна быть у всех коробуша чистая. И у нас тоже постель поменять. Тоже, кто же?